Поезд отправляется. Следующая остановка – Крюково. Уважаемые пассажиры, будьте бдительны. При обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов незамедлительно сообщайте машинисту или по телефону экстренных служб 112. Уважаемые пассажиры, с учетом сохраняющейся угрозы проведения диверсионно-террористических актов на транспорте, просим вас обращать внимание на оставленные сумки, пакеты и прочие бесхозные предметы. Не проверять содержимое таких предметов, не трогать и не перемещать их. Об их обнаружении незамедлительно сообщать работникам поездной или локомотивной бригады. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания сообщает, что вы можете оформить проездные документы с помощью мобильного приложения «Пригородный билет». Приложение доступно для смартфонов с операционной системой Android. Оформляйте разовые билеты или абонементы по безналичному расчету на карты МТ ППК «Тройка» и «Стрелка». Билет в вашем телефоне – это быстро и удобно. Желаем вам счастливого пути. Вошедший билет приготовьте, пожалуйста.
станция Ховровых на правую сторону.